Сегодня в программе. Как это снести? И тогда обратно же. Мы тогда должны будем со всех дачников собирать эти деньги. Да мне плевать. Они вас возненавидят, и потом построите новый дом, они его сожгут просто, и все. Полмиллиона потратила, это что, просто так, что ли? Приехать на папин дачный участок и обнаружить, что чужие люди там построили себе дом – неприятный сюрприз. Но вдвойне неприятно то, что они считают себя законными хозяевами участка. На следующий день они устроили несанкционированный митинг. Ваша честь. Вот, пожалуйста. Они встретили с такими плакатами. Дерево, упавшее на автомобиль в тихую безветренную погоду. Это случайность или злой умысел? А может, это признак того, что жилищники работают из рук вон плохо? Я вас сейчас даже не призываю уважать истца, я вас не призываю уважать. Сгоряча получилось. Давайте без горяча. Слушаем. Девушка старательно выполняла отделочные работы в коттедже. Заказчик был доволен и рекомендовал ее соседям. Все изменилось с приходом красивой помощницы. Жена выгнала с объекта обеих, а их деньги и будущие заказы уплыли. Истец требует не чинения препятствий в пользовании земельным участком, сноса самовольных построек и компенсации за пользование землей. Ответчики с иском не согласны и считают, что произошла ошибка. Иск о нечинении препятствий в использовании земельным участком, сносе самовольных построек и взыскании 70 тысяч рублей за пользование земельным участком. Так, истец, пожалуйста, слушаем вас. Ваша честь, вот прошу справедливости и восстановления прав собственности на мой участок 6 соток. И требую, чтобы ответчица снесла все свои незаконные постройки с моего участка. Почему незаконные? И выплатила мне компенсацию за пользование участком в размере 70 тысяч рублей. Это вообще незаконно. Так, давайте теперь по порядку. Ваша честь, дело в том, этот участок принадлежал моему отцу. В 94-м году он его приватизировал. Обратите внимание, и собирался ответчик, я вас спрашивал о чем. И собирался построить на этом участке домик. Но последнее время, до 98-го года, отец себя очень плохо чувствовал, и было ему не до этого. И в 98-м году мой отец скончался. Значит, я в право наследства вступил, все документы оформил. Но на то время мне участок был не нужен, и я им фактически... Свидетельство о праве на наследство, да, пожалуйста, через судебную приставу передайте. Так вот, все свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о принятии наследства и разрешение правления кооператива садового на приватизацию. Передайте через судебную приставу. Ваша честь, после смерти отца я оформил все документы, но участком я не пользовался. 2 года назад я третий раз женился. Ну и сами понимаете, молодая жена, родился ребенок, захотела на свежий воздух. Она предложила снять какой-то угол на природе. Ну а тут я вспомнил про этот участок, ну и поскольку есть возможность, мы решили построить на этом участке дом. Я приехал на этот участок, у меня, знаете, какое было удивление? Я вначале не поверил своим глазам, наверное, думаю, ну что-то перепутал. Смотрю, на моем участке стоит дом, теплица. Я подошел в правление, посмотрел генплан. Нет, это мой участок. Пришли вот к человеку на этом участке. Что вашим участком кто-то пользуется. Да, вот пришли к человеку, который пользуется моим участком, а у нее это книжка садовая. А в правлении-то вам что сказали? В правлении? А в правлении председатель пожал плечами и говорит, типа, ничего не знаю, я здесь всего 3 года. А как так? У меня все оформлено, все приватизация оформлена. Это мой участок, я хочу, чтобы ответчица снесла все свои постройки и выплатила мне компенсацию. В итоге вы выяснили, что ответчик пользуется вашим участком. Да, незаконно получается. Ваша честь, мы вообще представления не имели, что этот участок приватизирован. Мы его 7 лет назад купили. Вот тоже у нас также решение правления о том, что нам выделили этот участок. И у меня книжка, где написано 214-й участок. Через приставы, я его купила за 50 тысяч. И уже мы там построили дом, построили теплицу. Построили там, извините, летнюю кухню.
Это ваши проблемы. У меня свидетельство собственности на данный участок. Уходите с этого участка. Это каким это образом? Мы должны покинуть этот участок. С чего ради-то вдруг? Вы на чужом участке построили. Потому что вы 24 года не пользовались. Вы, во-первых, не платили взносы. Вас давно уже из кооператива отчислили. Ответчик, передайте фотографию мне тоже. За что я должен платить-то, если я им не пользовался? Взносы платятся. Вообще-то каждый год. Я не пользовался этим участком-то. Ну и что? Каждый год платятся взносы. Ответчик, при чем здесь уплата взносов? Вы взносы за что платите? Его уже отчислили давно из кооператива. Он не появлялся. И вообще, взносы в кооператив платятся за ответчик. Если он даже прав, то извините, тогда уже ответчик. Все вопросы... Вот, я вам вопрос задаю. Председателю. Я вам задал вопрос. За что вы платите членские взносы? Ну как за что? Мы платим за пользование водой, за пользование электроэнергией, за охрану, чтобы не обворовывали. Ну я же не пользовался участок ничем. Участок здесь земельный при чем? Хорошо, если иск будет удовлетворен в его пользу, тогда я подам встречный иск. Суд решит, будет удовлетворен иск или нет. Встречный иск тогда подам вот на председателя кооператива. Пускай он мне все тогда возмещает все убытки. Мы 7 лет пользуемся этим участком. 7 лет. Мы понятия не имели, что этот участок приватизированный. Ваша честь, можно я скажу? Дело в том, что, смотрите, просто я с 2015 года только стал председателем кооператива. До этого был другой человек. Вот, он сейчас умер, но перед тем, как передавал мне все дела, был пожар, и часть документов сгорела. Поэтому я не знал об этой ситуации в данном случае. И когда она уже возникла, то я предложил такое решение этого вопроса, чтобы Павел Георгиевич, да, я ему предложил соседний участок, точно такой же, 6 соток, все, свободный, пустой, на него полностью оформить. Ваша просто честь, в данном случае сносить его, и все это. Он на самом деле не появлялся 24 года. Ну, то, что не платил там взносы, налоги, все это, за землей все равно он должен был платить налоги и ничем не занимался. На данный момент... Это не вашей компетенции. Я понял, извините. Но дело в том, что обратно же я предложил точно такой же участок. Выход из ситуации я вижу только такой сейчас. Потому что, смотрите, вам, Наталья Петровна, я предложил другую вариацию, но это никого не устраивает. Мы можем, да, снести и, скажем, дом и все это. Как это снести? Нет, как это снести? Позвольте, мы тогда должны будем со всех дачников собирать эти деньги. Да мне плевать. Они вас возненавидят, и потом построите новый дом, они его сожгут просто, и все. Полмиллиона потратила, это что, просто так? У меня вопрос к председателю дачного кооператива. Один участок-то собственности? Да. Один, вот этот участок соседний с участком истец. Да. Какие качественные характеристики у данного участка? Ну, смотрите, они схожи с качественными абсолютно. Характеристиками там, участка, который заняла ответчик, который принадлежит... Ты не занимала, я купила его. Ничего я не занимала. Ответчик. Затенений, больших деревьев, ничего. Как точно это такой заняла? Же участок, только на этом участке построен дом уже, теплица, да, там, другие сооружения, скажем, возделан участок. Дом а этот нет, это на просто участок. Зарегистрировали право собственности. Да не успели мы, у нас один порядке. Внук родился, другой родился, некогда было. Мы же не знали, что тут какие-то махинации я правильно вас понимаю, в восстановленном законом порядке регистрация права собственности на дом не проведена. Пока еще нет, не успели просто. Вот если иск будет удовлетворен. Тогда пусть он все покупает у меня. Вам придется освободить земельный участок, он снести ваши самовольные постройки. Тогда все это будет оплачивать кооператив. Подождите меня, ваша честь. Что значит другой участок? Это опять оформлять. Это хлопоты и расходы какие? Вы представляете же сами. Вот я к этому и веду, что хлопоты и расходы. Как у вас возникнут хлопоты и расходы? Дом на фундаменте стоит? Конечно. Фундамент же она не вырыт, правильно? Газ проведен. Сейчас 21 век на дворе. И ответчику это будут хлопоты и расходы. Но он точно такой же. И впоследствии, абсолютно. Если будет ущерб взыскан с дачного кооператива, тоже будут но хлопоты и расходы. Это же не моя вина, это не мои я проблемы. Я понимаю, что ну не ваша. Ну и не моя вина, поймите. Я вам сейчас предлагаю мирный вариант решения вопроса. Вот вам принципиален именно вот этот участок? Или соседний по качественным характеристикам схожий участок? Вот тоже вас устроит. Ну, не знаю, но... Понимаете, опять же, вы говорите, соседний все, участок. И могут все возникнуть довольны. Проблемы. Такие нет, же, смотрите, как у них. Дальше смотрите. С оформлением. Это все расходы, хлопоты. Я предлагаю вам вариант. Если, конечно, будет согласен ответчик. Что если ответчик приобретет, выплатит вам стоимость соседнего участка, который как вы сможете приобрести, ответчик. Выплатить? Как это выплатить? Опять выплатить? Ничего я выплачивать не собираюсь. Участок стоит 60 тысяч рублей. Но я-то заплатила если уже я удовлетворю за свой участок. Иск истца,
то сколько вы потратите на снос своих самовольных построек? Я ничего не сносить не собираюсь. Это официально. Обижу я вас их снести. Я буду в суд подавать. На кого? Мы где находимся-то? Нет, встречный. Истец получит исполнительный лист. Придет к судебным приставам. Они придут к вам и обяжут вас снести ваши самовольные постройки. Чем быстрее, тем лучше. Ваши постройки не оформлены, они являются самовольными. Тогда пускай это... Земля моя. Тогда пусть мне кооператив возвращает мои 50 тысяч. Я доплачиваю 10 и отдаю ему. Сейчас это неизвестно вообще, как вы это получили. Вы можете потом взыскать все, что угодно. Что человека сейчас нет, документы сгорели. Я сейчас вам предлагаю мирное решение вопроса. На самом деле, судья вам предлагает самый хороший вариант. Просто купить эту землю соседнюю, чтобы она, скажем... Стороны вправе заключить мировое соглашение. Вот, на мой взгляд, это будет идеальным вариантом. Вы не потратите деньги на снос этих построек, на приобретение другого участка, не потратите время и деньги на подачу искового заявления в суд к председателю дачного кооператива. Нет, получается, я везде трачу, 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 еще и сейчас тратить. Вот куда как... делись деньги кооператива тогда, которые я заплатила? Документы, то есть которые на условиях, что вы приобретаете участок для истца, он на том участке ведет свое подсобное хозяйство и строит все, что хочет, этот участок остается у вас в собственности. Вы не согласны с этим? Такой путь решения проблемы вас не устраивает. Вас все забыли. Меня это сейчас не устраивает никак. А меня это как должно устраивать? Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. На следующий день они устроили несанкционированный митинг. Ваша честь. Вот, пожалуйста. Они встретили с такими плакатами. Борьба за экологию, спасение зеленых насаждений – дело хорошее. Нехорошо только, когда спасенные деревья падают прямо на личную машину борца, разнося ее буквально вдребезги. Кто будет платить за ремонт, решит суд. Я вас сейчас даже не призываю уважать истца, я вас суд призываю уважать. Сгоряча получилось. Давайте без горяча. Слушаем. Две девушки ремонтировали коттедж, и все соседи планировали взять их на работу. Но через неделю обеих выгнали с объекта и не заплатили. Что они не поделили с женой хозяина? Или кого? И почему теперь одна судится с другой? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела, оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, также выслушав объяснения сторон, решил иск удовлетворить частично, обязать ответчицу снести строение, возведенное на земельном участке, принадлежащем истцу, в требовании о взыскании денежных средств за пользование земельным участком отказать. Суд обязывает ответчика снести строение, возведенное ею на земельном участке, предоставленном ей в пользование решением правления дачного кооператива, потому что данный участок принадлежит на праве собственности истцу. В данном случае изъятие земельного участка не производилось в установленном законом порядке. Изъятие земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, а также на праве пожизненного наследуемого владения, и на праве постоянного бессрочного пользования, в случае их использования не по целевому назначению и в случае отсутствия письменного согласия правообладателя, возможно только по судебному решению. В данном случае изъятие земельного участка в установленном законом порядке не производилось. Решение правления дачного кооператива о предоставлении ответчику земельного участка никакой юридической силы не имеет, поскольку не основано на законе. Суд разъясняет ответчику права обратиться с иском к дачному кооперативу о взыскании убытков, понесенных в результате действий, не основанных на законе, действий, в частности, дачного кооператива. Также суд не взыскивает с ответчицы денежные средства за пользование земельным участком, поскольку за период использования земельного участка земельный участок свое состояние не ухудшил. Поэтому в данной части иска отказано. Решение суда сторонам понятно? Истец? Да, Ваша честь. Дело закрыто. Прошу всех встать. Вам судья предлагал очень хороший вариант. Заплатить за что соседний участок. Что он мне предлагал? Все время платить, платить, платить. Ну, понимаете, я сейчас вы заплатила. Лишились и дома, и все. Ничего я не лишилась. Я подам на суд, в суд на вас. Давайте. И подавайте. Будете вы... Не на меня, а на кооператив лично. Нет, что вы улыбаетесь? Я избранный вы будете, председатель. Вы я будете, буду платить, да, я вам ничего платить не вы буду. Вы будете платить, будете собирать деньги и выплачивать мне все полностью. Решение суда.
иск удовлетворить частично. Я знал, что закон будет на моей стороне, но с другой стороны, мне, конечно, хочется побыстрее закончить все эти судебные дела. Я думаю, что ответчица в ближайшее время немножко остынет, одумается, ну и, конечно, предложит мне какое-то компромиссное решение. Кооперативы уже дважды заплатили за один и тот же участок, поэтому я, конечно, не собираюсь еще раз платить. Будем как-то эту проблему решать, договариваться с кооперативом и с будущим соседом. Надеюсь, что мы станем все-таки соседями. Далее в программе. Я вас сейчас даже не призываю уважать истца, я вас в суд призываю уважать. Сгоряча получилось. Давайте без горяча. Слушаем. Девушка старательно выполняла отделочные работы в коттедже. Заказчик был доволен и рекомендовал ее соседям. Все изменилось с приходом красивой помощницы. Жена выгнала с объекта обеих, а их деньги и будущие заказы уплыли. Истец требует возмещения материального ущерба, вызванного падением дерева на его автомобиль. Ответчик, начальник юридической службы ЖУ, считает, что истец сам способствовал случившемуся. Пожалуйста, истец, слушаем вашу позицию. Хорошо, взыскать с ответчика 147 600 рублей в связи с тем, что потребовались деньги на ремонт моего автомобиля. Месяца два назад на мой автомобиль, припаркованный по всем правилам, упала часть ствола дерева. То есть во дворе нашего дома. Угу. Сразу было вызвано МЧС, полиция, страховой агент был вызван. То есть представитель страховой акты, компании. Да. Составлены все акты. Страховой выплате отказано, и я сразу, ну, территория у нас находится в ведомстве ЖЭУ, я сразу обратился туда, чтобы позвать. То есть обслуживающая организация является организацией ответчик. Да, то есть все деревья и сама территория. Угу. Позвал, то есть с утра сам явился в ЖЭУ, уведомил о том, что у нас будет осмотр автомобиля, как бы от них представители сразу пришли, но в осмотре не участвовали, то есть в сторонке постояли и акт, само собой, не подписывали. Угу. Так что все посчитано, весь ремонт подсчитан, и поэтому... Так, правоустанавливающие документы на автомобиль и подтверждающие сумму ущерба. Да, акт осмотра. Угу. Вот тут все. Акт осмотра и договор ОСАГО. Да, Ваша честь, еще помимо этого есть у меня видеозапись. У нас в подъезде есть камера видеонаблюдения, как дерево падало непосредственно на мою машину. Так, хорошо, давайте обстоятельства обсудим, как дерево все-таки упало, в результате чего? Просто старое дерево. Я прям могу видео вам показать, у меня есть. Ну, какой-то погода какая Нет, была. Нет, погода была замечательная. Что, не знаю, смерч-тар надо был какой-то. Там с метеоцентра есть справка. То есть погода была в порядке, все с погодой было хорошо, да? Солнечный день, просто дерево упало. Вы считаете, почему оно упало? Ну, потому что виноваты ЖЭУ непосредственно. В чем виноват? В чем виноват? В том, что оно упало? Дерево больное, дерево старое. Поэтому нужно было раньше подумать и убрать это дерево. Так, что у вас, вы говорите, видео какое? Да, вот хочу показать вам видео непосредственно с камерой видеонаблюдения. Передайте ноутбук через пристав. Это момент, когда упало дерево на ваш автомобиль. Да, да. Правильно понимаю? Угу. То есть видно по камерам, что все тихо, все спокойно и ни с того ни с сего падает. Передайте, пожалуйста, истцу ноутбук. Вы это видео где получили? Это камеры у нас в подъезде стоят, поэтому общедоступно. Вот, общедоступно. Хорошо, ваша позиция суду понятна. Ответчик, вы обстоятельства, изложенные истцом, подтверждаете? Ваша честь, я бы хотела пояснить следующее. Так, во-первых, вы по доверенности у нас представитель? Да. Да, доверенность передайте, пожалуйста, через пристав. Дерево-то упало? Действительно? Дерево упало. То есть это вы не отрицаете? Это я не отрицаю. Так. Но я хочу пояснить следующее, угу. Что дело в том, что деревья давно подлежали вырубке. У нас есть акт осмотра от горзеленхоза. Вот давно и нужно Есть наряд на вырубку деревьев. А вы почему их тогда не вырубили?
Дело в том, что жители устроили просто митинг. В первый день они просто пришли, стали скандалить, когда сотрудники ЖЭО пришли спиливать деревья. Все есть, есть наряд на работы, есть все подтверждающие есть... документы о том, что деревья необходимо было спилить, они были признаны больными горзеленхозом. То есть вы хотите сказать, что вы данные деревья спилить хотели? Мы хотели, но жители... Если вы хотели, по предписаниям, истец. Пожалуйста. По предписаниям надзорных органов. То есть эти деревья действительно подлежали вырубке, но инициатива местных жителей не дала вам этого сделать. Да. На следующий день они устроили несанкционированный митинг. Ваша честь. Вот, пожалуйста. Они встретили с такими плакатами. Угу. Ну, они возражали против вырубки деревьев? Они возражали, кричали, мотивы ругались. Мотивы какие были? Мотивы, они сделали подписали петицию. Значит, есть петиция, вот, пожалуйста. И подпись, среди подписей есть подпись нашего ИСА. То есть они так, собрали подписи против вырубки деревьев. Акт о признании деревьев подлежащими вырубке. Вот петицию, пожалуйста, передайте подпись суду. Подпись номер 15, и что у вас еще там? ИСА, наряд на работы. Которые мы оформили. То есть мы должны были вырубить деревья, действительно. Чему препятствовали, да, как чему раз, препятствовали? Да? Вы подписывали эту петицию? Ваша честь, ну, подпись, скорее всего, моя. Дело в том, что как бы думал, что это об общем как бы зеленом насаждении идет речь, а не о вырубке больных деревьев. А сколько в итоге деревьев подлежало вырубке? 7 деревьев. 7 деревьев? В том числе то и дерево, которое упало на машину ИСА. А сколько вообще деревьев находится на территории двора? Ну, порядка 200. Порядка 200. То есть вот эти 7 подлежали, да, вырубке. И именно и против они были их вырубки все равно были, да, инициативная группа жителей, да, возражала. Они, да, знали, что есть акт о том, что эти деревья признаны? Мы пытались. Мы пришли на следующий день вместе с директором ЖЭО. Я была в том числе. Жители не давали. Просто был митинг. Кричали. Вы сразу стали вырубать сразу нормальные деревья. Поэтому и кричали мы жители. Нормальные надо было ветки отрубить, вырубали. Вот эти, мы которые вырубали упадут. Именно... Да, истец. Я просто не понимаю, почему моя машина в этом виновата. Вы петицию о том, что ваша именно честь, эти 7 деревьев было давно, признаны... как она говорит. Давно нужно было вырубить. И до сих пор это все не сделано. Так правильно. Если бы жители не препятствовали, правильно мы бы не сделано. Бы. Можно было найти подход. Это не по вине ответчика не сделано. Ну а я в чем виноват-то? Почему? Почему моя машина из этого пострадала? Суд удаляется для принятия решения. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, оценив в совокупности все доказательства, представленные сторонами, решил иск о возмещении материального ущерба оставить без удовлетворения. Суд не удовлетворяет заявленный иск, поскольку дерево, упавшее на автомашину истца, подлежало санитарной вырубке, что подтверждается заключением горзеленхоза и разрешением на санитарную вырубку деревьев, в числе которых было и дерево, которое упало на машину истца. Вырубка деревьев не была осуществлена коммунальными службами в связи с активными протестами местных жителей, выходившими на митинги и подававшими письменные коллективные заявления с требованием прекратить вырубку этих деревьев. Судом установлено, что в числе жителей, подписавших эту петицию, был и сам истец. Подписав заявление с требованием о сохранности деревьев, подлежащих вырубке, истец принял ответственность за возможные негативные последствия на себя. Именно поэтому вам в иске отказано. Решение суда понятно сторонам? Ясно. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Ответственные люди должны быть компетентны и вовремя решать все вопросы. Иначе из-за этого пострадают как бы невиновные люди. Свою работу выполняем качественно и своевременно. И прежде чем подписывать документы, будьте внимательны, читайте. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работы. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас, называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск? Да. Я не согласен с этим. Ищи
истец требует, чтобы ответчик заплатила ей за работу, выполненную по договору. Ответчик иск не признает. Утверждает, что условия договора истцом не выполнены. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Голуновой Вероники Георгиевны к Зориной Светлане Евсеевне о взыскании платы за работу по договору в размере 17 тысяч рублей. Пожалуйста, Вероника Георгиевна, поясните, за какую работу, по какому договору, почему 17 тысяч рублей? А, Ваша честь, я выполнила работу, но Света не хочет мне платить деньги. Я не хочу, вечером, у меня нет денег. Вечером мне пришла СМС. Я вам делаю замечание. Вот, у меня пришла СМС. В следующий раз я вас оштрафую за нарушение порядка. Ника, выходи 21 мая к 9 часам. Надо положить 60 квадратных метров плитки. Получишь 340 рублей за квадратный метр. То есть за 10 дней 2400. Я делала всю работу, она прохлаждалась. Истец, ответчик предложил вам выполнить работу по укладке плитки. Да. Правильно? Да, я штукатур шестого разряда. Вы штукатур шестого разряда. Ага, сейчас, это я штукатур шестого разряда. Да ты подмастерье. Вы ответчик. У тебя вообще нет разряда. Ты что-то непонятно сказал про штраф. Так она неправду говорит, Ваша честь. Я вам расскажу, как дело было. А вы вместе с ответчиком работали? Я работала, я делала всю работу, а она ходила где-то гуляла. Где-то гуляла. Где вы выполняли данную работу? Дом был 400 квадратных метров. С 22 мая по 30 мая в течение 8 дней я выложила 50 квадратных метров. Соответственно, она должна мне 17 тысяч рублей. И вот даже у меня есть копия договора. Какого договора? Копия договора, она заключила его с компанией. Передайте, пожалуйста, через судебный пристав. То есть ответчик заключила договор на оказание строительных услуг. И по этому договору она привлекла вас для выполнения определенных работ. Да. Правильно я понимаю? 60 квадратных метров я должна была так выполнить. И какую сумму обещал заплатить вам ответчик за выполнение данных работ? 340 рублей за квадратный метр. То есть мы договаривались на 2400 за 60 квадратных метров. Но я выложила 50 квадратных метров, соответственно, 17 тысяч рублей ты мне должна. Давай деньги! А почему ответчик вам отказала в выплате? Говорит, что у нее нет денег. Истец, расскажите, при каких обстоятельствах вы работали, как вы оказывали эти услуги? С 9 как утра до 9 вечера. Где? Выкладывала плитку, даже фотографировала свою работу, свою выкладку. Есть свидетели, как я это с утра до ночи трудилась вот эти 8 дней. У вас какие-либо доказательства о том, что вы данную работу сделали, есть? Ну, с собой у меня нету. С собой нет. Доказать не можете? Доказать что не произвели могу. Выкладку 50 квадратных метров плитки. Ну вот у меня вот этот договор и смс-ка, что она меня пригласила на работу. А то, что вы выполнили работу, за которую деньги хотите получить, у вас есть доказательства? Нету. Она выполнена, работа выполнена. Ответчик, вы подтверждаете, что работа выполнена? Согласны с этим? Нет, работа у нее, как бы она занималась не работой на самом деле. Я вам расскажу, как дело было. Ну давайте, расскажите. Вы знаете, Ваша честь, я ничего вот этой девушке не должна. Да какой девушке? Обычной проститутке. Сейчас я вам расскажу, как это было. Ответчик. Ответчик. Выражение выбирайте. Вы понимаете, где вы находитесь? Ну, договорите, Ваша честь. Простите, пожалуйста, сгоряча. Сгоряча получилось. Давайте без горяча. Слушаем. Значит, мне заказчик деньги не выплатил. Это самое главное. И у меня нету денег ей платить никаких. Значит, рассказываю, что было. Я заключила договор с хозяином дома. В новом коттеджем поселке Доброво. Доброво. Вот такой дом был. Вот такой дом. В нем я выполняла работы. Это фотография. Дом, где мы работали. Я вижу, что это фотография. Как известно, в поселке только что отстроили кучу домов. Кучу домов. И ведутся активно отделочные работы. И у меня был план вообще покорить все дома и, так сказать, выполнить все малярные работы в этом поселке. Несколько лет бы мы могли бы работать, если бы не ее аморальное поведение. Аморальное поведение, истец, вела себя так, что нас выгнали. Да это ты себя так вела, ты строила глазки. Там не стали разбираться. Ты строила глазки, заказывала первого дня и ходила на крашу. Жена хозяина не стала разбираться, кто из нас строит глазки. Она обеих выгнала с объекта, а объект был крутой. Так, подождите. Вы кому глазки-то строили в итоге? Это она строила.
заказчику. Я тебе сейчас скажу, как неправду. Вот у вас здесь указано заказчик Куприянов. Да, она там постоянно крутила жопой перед ним. Ну и что ж, жопа есть, имеется в наличии, как бы. Что хочу, то и делаю. У нее даже разряда нет, а я штукатурщик разряда. 1000 рублей штрафа за нарушение порядка в судебном заседании. Ответчик 1000 рублей штрафа за нарушение порядка в судебном заседании. Простите, так понятно? За вашу честь. Но я все-таки хочу рассказать, как было дело. Рассказывайте. Значит так, я 17 лет, так сказать, в малярном бизнесе. 20 лет штукатурю, малярничаю, выполняла красочные работы, укладки плитки. Значит, на этом объекте было 400 квадратов плитки. Это самый большой заказ, ваша честь, в моей жизни. Самый большой заказ. Это вершина моей карьеры. И что происходит, когда на объект попадает истица? Ну, это Вероника. Приходит она на объект и крутит шуры-муры с этим моим хозяином. Приходит вместо того, чтобы работать. Она неприкрыто и недвусмысленно с ним флиртует. Каким флиртует. Образом? Вы посмотрите на эту проститутку. Каким образом, что? Ответчик? Еще 1000 рублей штрафа. Выражение как выбирайте. Говорится, не жалко. Вот на эту женщину не жалко. И 100 000 штрафа. Я вас сейчас даже не призываю уважать истца, я вас суд призываю уважать. Хорошо, ваша честь. Но вот из-за нее меня выгнали с этого объекта. Хотя я ни в чем не виновата. Я не флиртовала. Каким образом истец флиртовала с вашим заказчиком? Почему вы сделали такое заключение? Ну, она постоянно приходила на работу, они там уединялись, она чем-то занималась, пока нужно было... Чем она занималась? Объясните. Пока нужно было, знаете, укладывать плитку... Какое это отношение имеет к тому, что вас выгнали с объекта? А знаете какое? Потому что жена распустила слухи по всему поселку, и соседи нас перестали заказывать, а я очень рассчитывала на это, потому что, когда я укладывала плитку, соседи приходили, им нравилось, они восхищались. Вот. И люди планировали меня заказать, планировали меня нанять в свои дома, делать отделочные работы эти. Понимаете, ваша честь? Мне заплати мои деньги. Я работу выполнила. Ты лишила меня денег, ты лишила меня работы. Мне заплати 17 тысяч. Смотри, я взяла даже, вот, кредит. Я взяла кредит на эти долгосрочные работы. Взяла кредит, ваша честь. Вот. У меня ребенок учится. Мне нужно оплачивать у обучения. У меня денег, ваша честь, нету. Мне заказчик не оплатил письменного. Скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах, вас и на основании чего вас удалили с объекта, на котором вы выполняли работу? Меня удалили с объекта из-за скандала с женой. В общем, у заказчика произошел скандал с женой вот из-за ее аморального поведения, из-за того, что она его соблазняла. Как это произошло? Я не спрашиваю, почему. У них завязались бурные отношения с хозяином моим. И все это дошло до жены. Она устроила скандал и не стала разбираться, у кого из нас роман. Каким образом это до жены дошло? В чем выражались эти бурные отношения? Ну вот они... Может быть, он ходил плитку проверять, как положила истец? Ну вот он почему-то к ней ходил плитку проверять, а ко мне нет. А я смотрю, да, ты ревнуешь, что он к тебе не ходил, ты на него глаз положил. Вы хотели бы, чтобы он и к вам ходил плитку проверять? Ревнуешь, да? Какая вообще ревность? О чем вообще речь? У тебя было аморальное поведение. Ты меня клиентов лишила, понимаешь? Я сейчас удалю вас обеих из зала судебного заседания. Помогите! Помогите, пожалуйста, истцу покинуть зал судебного заседания на время допроса ответчика. Ты во всем виновата. Ты мне должна деньги. Выплати мне деньги. 17 000 рублей. Я выполнила работу. Так, ответчик, при каких, еще раз вам задаю вопрос, при каких обстоятельствах произошло у вас удаление с этого объекта? Вот вас выгнала, как вы говорите, супруга заказчика. Да, меня выгнала супруга заказчика. Дело в том, что она не стала разбираться, кто из нас виноват. Она обнаружила эти отношения, она обнаружила, что... У вас договор заключен с заказчиком. Изменяет. У вас договор заключен на выполнение строительных работ. Но он мне не заплатил по нему. Вот вы в суд обращались?
Я в суд еще не обращалась. Я вы буду с него вести вот эти деньги, денежные как раз средства это дело? За выполненные работы. Вы выполнили работу по этому договору? Я выполнила только десятую часть объема работ, потому что меня выгнали с объекта. За десятую часть вы деньги получили? Нет, пока что не получила. В суд не обращались? В суд не обращалась, но планирую. Претензии к нему не обращались. Планирую обращаться, вести свидетелей, так сказать, и взимать деньги. Ваша честь. Суд удаляется для принятия решения. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, попытавшись выслушать объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, оценив в совокупности все представленные по делу доказательства, решил иск удовлетворить, взыскать с ответчицы в пользу юстиции стоимость выполненных работ в размере 17 тысяч рублей. Суд удовлетворяет заявленные требования, поскольку считает, что между сторонами фактически был заключен договор подряда, в соответствии с которым истец по предложению ответчицы обязалась выполнить конкретную работу. Ответчица оплатить эту работу. Данное правило предусмотрено у нас статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации. В суде было установлено, что и не отрицалось ответчиком, что истица выполнила практически весь объем работы. Соответственно, ответчица была обязана оплатить ей выполненный объем работ. Оплаты ответчик не произвела. С расчетами истца суд согласен, поэтому взыскивается ответчица в пользу истицы 17 тысяч рублей. В данном случае причины прекращение работы, изменение межличностных отношений между сторонами не освобождает вас, ответчик, от выполнения своих обязанностей по договору. Вам понятно? Да, мне понятно, ваша честь. Но все-таки она виновата. Истец, вам решение суда понятно? Да. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Работу сделала, деньги получу. Я довольна. А Светка пусть свои проблемы решает сама. Может, еще раз в суд идти. Хоть она и пыталась меня клеветать, суд назначил правильное решение. Деньги я свои получу. Ну что ж, придется деньги выплатить. За свое с заказчиком выжму.